Вот секретный способ посадки моркови. Морковь я замочила в тряпочке. Теперь эту замоченную в тряпочку морковь я прикопала в землю. Посмотрим потом, что будет с ней дальше. Вот были замочены в тряпочку семена моркови. Достаем, смотрим, что у нас получилось. Вот, семена проклюнулись, готовы к посадке. И второй сорт. Тоже вот достала пакетик, мешочек. Вот они, набухшие семянки. Посадим, они быстро взойдут. Ну вот, морковь посеяна. Но я здесь не живу постоянно. А молодые росточки очень быстро пересыхают. И в схожести не будет. Что же мы будем делать? Мы закрыли укрывным материалом. А поливать буду по нему. Материал не снимается недели две, пока морковь не взойдет. А дальше мы его уберем.